Наша съемочная группа оказалась на месте происшествия уже в момент ликвидации последствий пожара. Как выяснилось, 20 минутами ранее квартира на 5-м этаже 21-го дома полыхала, как факел. По прибытии первых подразделений в 17:50 из лоджии многоквартирного жилого дома на 5-м этаже выходил дым. В горящую квартиру направили звенья газодымозащитной службы, которые и провели ликвидацию данного пожара. За работой спасателей наблюдали прохожие, но очевидцы никак не комментировали происшествие. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась, и многие оставались в своих квартирах. На площадке 5-го этажа страсти не утихали даже после тушения пожара. Да, я туда никого не пущу. Женщина назвала себя хозяйкой квартиры. Так ли это на самом деле, на месте выяснять не пришлось. Позже специалисты пояснили, жилье снимает молодая семья с двумя детьми. За полчаса до ЧП ребенок решил поиграть в приставку. В какой-то момент она перестала работать. Позже семья покинула квартиру. Очаг возгорания оказался на месте игрушки. В результате данного пожара огнем повреждено имущество в одной из жилых комнат, закопчены стены и потолок во всей квартире. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина этого пожара – оставленный без присмотра электроприбор, включенный в сеть. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.